Всем, ребята, привет! Сегодня я расскажу о той самой знаменитой системе игры в Лави по баскетболу, о которой я очень-очень-очень давно говорил, месяца три назад, но так и сказал, что когда вы поставите 100 лайков, я ее публикую. Вы до сих пор ее не публиковали, я ее продавал за 3000 рублей, да? И все они очень хорошо работают, и сейчас работают, и все там прекрасно, и система рабочая, как и была, так и остается, и система охуенная. И вы знаете, я вот сколько, больше 20 лет в ставках, да, это, наверное, самая рабочая, самая лучшая система по игре на лайв-ставках, вообще по любым видам. Вот эта система, она идеальная, понимаете? Вот. Сегодня я опубликую бесплатно. Вот. Сразу говорю, это что сейчас говорю, да, это я записываю сейчас, да. А ролик, в котором я рассылал всем, кто покупал эту систему, он записывался месяца три назад. И на другой телефон, другой камеру, поэтому вы увидите сразу переход с моей записи на эту. Поэтому поехали. Так, ну, привет, во-первых. Рассказываю. Сначала главные такие технические моменты. Ну, во-первых, все ставки делаются в фонбете. Кто делает других букмекерских контор, переходим в фонбет. Потому что в других букмекерских конторах зачастую нет всех событий по баскетболу. Количество баскетбола в фонбете наибольше. Вот. Это так, первое. Во-вторых, определить для себя сумму. Ну, я начинал это с 3000 рублей. Вы на каждую ставку по баскетболу ставите 10%. 10%, да? Поняли? То есть 10% от банков 3000 рублей – это 300 рублей. 10% от банков 5000 рублей – это 500 рублей. Да? Все понятно. Теперь, когда идут наибольшие выигрыши? Наибольшие выигрыши, да, плюсы, блядь, идут где-то, ну, блядь, у меня где-то с 9 утра, да, и до 7 вечера. Вот такие, да. А с 7 вечера до полуночи обычно идет минус. Почему? Или минус, или вообще ноль. Ну, в основном ноль. Почему? Потому что играет эта ебучая Европа. Европа, здесь Испания, Франция особенно, Евролига женская. Это вот эти матчи, которые не стоит вообще брать никогда. Да? Желательно вечером не играть. Потому что разброс баскетбола очень большой, и ты не понимаешь даже, на что ставить. Плохо анализируешь. Ну, просто я вам говорю свою статистику, да? Вот я говорю свою статистику, что наибольший выигрыш, да, вот он достигается до вечера. Да? Вот, как ни странно. Не знаю почему, ну, я, конечно, буду пробовать еще там вечером играть, но вот наибольше, вот ты обычно к вечеру уже достигаешь 100%, 100-150%, вот так, да. Вот, а потом ты начинаешь сливать, да. Ну, у меня так. Пробуйте сами, потому что вот сейчас, допустим, сколько, 13 часов дня, и я уже поднял там, условно говоря, там 40%. Это каждый день так происходит. Я не знаю, почему так. Вот каждый день, блядь. Теперь по поводу, вот самое главное, как ставить. Во-первых, ребята, то, что там, условно говоря, две четверти сыграли на тотал меньше, это один из показателей, да? Но нужно понимать, насколько меньше. Допустим, у нас тотал на четверть дают 35, да? Ну, в тестетинг 35. И на тотал на третью четверть дают 35, да? А накидали 32. Это не фактор того, что они накидают больше, да? Потому что там очень близко было кто-то больше. Соответственно, процент забитых мячей, процент реализации, он, в принципе, не так далек от идеальной. Вот. Поэтому если тотал первой четверти и второй четверти, да, он меньше, тотал на третьей четверти, условно говоря, на 2-3 очка, ну, возможно, и не стоит брать. Вот. Да? Когда я беру? Я не беру обязательно только после перерыва, да? Я беру в перерыве, если только в первой, второй четверти забили очень мало мячей. Очень мало. Очень низкая реализация. Условно говоря, тотал 35, они забили 24. Это говорит уже о том, что, да, конечно, статистика будет выравниваться. Вот тогда я беру тотал больше в перерыве. Когда я беру? Я беру, когда я вижу, что
очень много промахивается. Условно говоря, начинается, даже если вот начинается вторая четверть, да, идет вторая четверть, четвертая минута, счет 4-3. А команды должны набивать там 35, да. Ну, соответственно, к четвертой минуте должны набирать 16. Они набирали всего 7. Тут же я сразу же ставлю тотал больше. Вот. То есть тактика простая. Когда очень много не забивают, неважно в какой четверти, там в первой, второй, в третьей, да даже в четвертой. Обычно я беру в первой, второй или третьей четверти. Да? Вот происходит период, вот самое главное запомнить, происходит период где-то 4-5 минут, когда забивает очень-очень мало. Вот такой отрезок, когда, блядь, сушка идет конкретная. Идет конкретная сушка, блядь. И ты видишь, что забивать, блядь, должны за этот период на очков 10 больше. Сразу же берешь вот этот тотал. Все. Вот это самое главное. Не надо обязательно там ждать перерыва, всю эту хуйню. Вот надо смотреть именно, когда мало забивают. Видишь, там 4-5 минута, да, и забили всего 7 очков. Или даже 6 очков. Сразу же берешь тотал больше. Все. Потом они все равно, блядь, выравниваются. Теперь слушайте самое главное. Не главное, а дополнительное. Почему я поднимаю дохуя? Одна из причин, потому что я еще играю лесенкой. А смотрите. Идет матч. Да? 8-я минута. Извините, 5-я минута. Забили всего 7 очков. И мы, соответственно, как я рассказывал, ставим тотал больше. Представим, что у нас тотал больше 121. Вот, поставили. Мы взяли тотал больше 121. Проходит еще 3 минуты, тоже сушка. Тотал уже 114. Я тоже, тоже ставлю ставку тотал больше 114. Потому что это исходит из того, что рано или поздно сушка закончится, и, скорее всего, это 114 тоже сыграет. Слушайте дальше. Если продолжается сушка, да, и четверть заканчивается типа там 9-10, да, а тотал уже дают 105, я тоже беру тотал больше. В результате что получается? Я просто говорю по статистике, да, моих ставок. В результате получается, начинается там новая четверть, или же там продолжается там третья четверть, в конце они набивают много. И скорее всего, вот у меня 80% так, что сыграют все ставки. И тотал больше 105, и тотал больше 114, и тотал больше 121. Вот так. Представляете, все три ставки играют. То есть, если тотал, который я поставил, он продолжает уменьшаться и не забивает, то я просто ставлю на уменьшенные тоталы. Обычно диапазон между первой ставкой тотал и второй ставкой тотала и последующей, да, составляет 6-8 очков. То есть, если первый тотал 121, 121 минус 6, ну, 115, да. Вот так. Потом уже идет там 108. Вот так. Вот такие тотал ставлю. Это охуенная система лесенка. Она еще была опробована на Red League. Ну, знаете, там машинки там виртуальные. В FunBet есть такая игра. Вот. То есть вы должны понимать, что, во-первых, когда идет сушка, да, вот вы не важно в какой четверть, в первой, во второй, блядь, в третьей, там, да. Вы видите, что прошло там 4-5 минут, и, блядь, забили очень мало очков. Сразу же ставите. Все. Сразу ставите. После этого ждете, смотрите. Если, блядь, сушка продолжается, то вторую ставку ставите, третью, да. Вот таким образом, когда вы играете, вот тогда и заходят ваши ставки. Все. Пересмотрите еще раз видео, еще раз напоминаю, где я играю. Напоминаю, какой процент от банка ставить. Вот. И еще, не играйте никогда ни на какие другие ставки. Только вот по этой системе играйте. Эта система приводит очень хорошие деньги. Всем пока. Вот такая система, вот такой ролик. Да, я думаю, там все абсолютно понятно, да. Что от себя я хочу сказать, да? Какие здесь тонкости за 2-3 месяца проявились, да? Есть чемпионаты, в которых просто не стоит ставить, да? Ну, так спалю для вас одну тему, да, что, например, не надо никогда ставить два чемпионата. Это чемпионат Франции и Испании.
Обычно они идут вечером, да. Неважно, какой это женский чемпионат, мужской чемпионат. Эти чемпионаты всегда играют на том матче. Особенно сборная, это чемпионат Франции, да. Вот. И Францию и Испанию полностью исключить из своего списка. Вот. Вот. Теперь. Ну, соответственно, за это время какие-то наработки появились. Какие-то чемпионаты еще ты исключаешь, да, что-то наоборот больше ставишь. Вот всю эту информацию я, в принципе, вам готов выложить. Вот вся информация стоит 1000 рублей, какие-то сраные 1000 рублей, да. То есть, кто хочет получить дополнительную информацию по этой стратегии лайф-ставок на баскетбол, то, пожалуйста, пишите, что это за информация. Это значит, эта информация, на какие чемпионаты по баскетболу не надо ставить. То есть вообще исключительно. Это информация исключительно на моей практике, на которой я свои деньги потерял, которые я больше не ставлю. Есть чемпионаты, которые надо ставить. Ну, чемпионат Чехии там надо ставить, да. Если бы это, если до перерыва, условно говоря, 2/4 на тотал меньше, то надо ставить, да, чемпионат Чехии. Вот. Там есть чемпионаты. То есть это информация по тому, каким чемпионаты нужно ставить. И также еще небольшие наработки по улучшению системы. Там есть небольшая наработка по игре на форы. На форы еще есть такая, да? Хотите попробовать, хотите не попробовать. Вот это вся информация. Информация классная, она стоит 1000 рублей. Если кто хочет, пишите мне в телегу. Адрес телеги я напишу в первом же комментарии. Ну, вот такая система. Повторяю, система, которую я вам сегодня спалил, она идеальная. Она самая офигенная. То есть ничего подобного нет в интернете нигде. Никто еще не придумал. Всем пока. Пользуйтесь этой системой. Даже если вы ничего не будете там, условно говоря, покупать меня, пожалуйста, выигрывайте. Система рабочая, система классная. И она вам принесет денег. Всем пока.